Еще совсем юные, но целеустремленные, творческие, спортивные, имеющие различные звания, медали и решившие покорить новую вершину. В Новочебоксарске стартовал проект «Мини-мисс Новочебоксарск-2021». Прекрасные юные создания в течение месяца будут проявлять себя в различных областях. Началу конкурса предшествовал кастинг. Будущие участницы представили себя членам жюри. Необходимо было рассказать о себе, увлечениях. Будущим конкурсанткам было предложено показать свои таланты. Солнце золотое, здравствуй, небо голубое, здравствуй, легкий ветерок. So where the topic can belong, the time is long for all the things, all things are started and be ended. Сегодня девочки и юные барышни еще больше поразили своими талантами, но вы и сами видели. Мне кажется, жюри будет очень сложно даже на промежуточном этапе «Мисс Талант». Ну, а уже о финале мне еще более сложно говорить, потому что очень много достойных представительниц. Я хочу сказать огромное спасибо родителям за вот это вложение в своих детей. Я не знаю, как они успевают во все кружки и секции, но это огромный труд родителей, и большое им спасибо за это, потому что у нас великолепные, красивые, талантливые, харизматичные, очень обаятельные дети. В этом году это 5-й юбилейный конкурс. Организаторы уверены, что он пройдет в таком же легком, веселом темпе. Девочки, заявившие о себе на кастинге, показали, что они смогут достойно выступить на сцене, а в будущем завоевывать короны на российских и международных конкурсах красоты. Обычно везде участвую, я в садике везде участвовала, и в школе тоже. Чем ты сегодня будешь удивлять? Сегодня я решила удивлять жюри стихотворением. Я уже выступила, все нормально, вроде не волнуюсь, все спела хорошо. И вокалом занимается, музыкой занимается, ей все это нравится. Раз ребенку нравится, нужно поощрять, я так считаю. Ей нравится. И ростик у нее хороший. У меня спрашивали, сколько мне лет, я ответила. Где я занимаюсь, я ответила. Волнение, страх у тебя есть? Ну, да, немножечко. Как боролась с волнением? Я думала, что я смогу, и я сделала это. Мишка дернул за косичку, вылил клей ко мне в рюкзак. И сказала мне сестричка, это все не просто так. Ну, вообще, это решение моей дочери. Она давно уже этого желает, давно этого хочет. Вообще, это ее мечта. В течение месяца у нас, как обычно, будут фотосессия, репетиции. К сожалению, с некоторыми ограничениями мы не сможем посещать какие-то мастер-классы, потому что, ну, исходим из того, то, что как бы есть, да? Но это не менее увлекательный проект. Я пришла сюда, чтобы проявить себя, почувствовать новое ощущение, познакомиться с новыми людьми и проявить себя. Я хочу проверить свои силы в этом году, и я настроена на победу. Я уверена, что могу рассчитывать на одно из мест. Многие участницы кастинга – это воспитанницы модельного агентства «Волга Моделс». Да, у них есть опыт, они умеют красиво двигаться, но это не решающий момент для данного конкурса. Впереди юных красавиц ждет месяц интересной, упорной работы, где они и их родители смогут постичь все тонкости моделинга. И шанс завоевать главную корону остается всегда. Руслан Иванов, Елена Фирсова, Дмитрий Сидоров. Новости Новочебоксарска.